Здравствуйте, друзья! Сегодня 20 июня 2011 года. Мы находимся в Новосибирске. И мы фактически в гостях у Михаила Ивановича Ларина, человека легендарного в среде советских айтишников, разработчиков программного обеспечения, первого начальника знаменитой БСМ-6, того самого советского суперкомпьютера, на котором рассчитывались... Все космические программы. Здравствуйте, Михаил Иванович. Михаил Иванович, то есть БСМ-6 это был реальный последний успех, последний крупный успех советской компьютерной индустрии. Да, можно сказать так, что это был очень успешный проект, был совершенно отечественный. Вот, к сожалению, потом пошли ряд других проектов, где мы пытались заимствовать западные IBM 360. Это подорвало наших айтишников, как мы сейчас называем. То есть это был тот проект, который реализовался тогда, когда Союз шел собственным курсом, и до того решения, которое было принято, по-моему, в 68-м году или в 69-м году, копировать серию, западную да, серию. Но сегодня Михаил Иванович, мы, в связи с чем мы встречаемся, говорит о том, что мы можем потеснить на мировом рынке и Microsoft, и Oracle, создав свою систему управления базами данных, СУБД. И не только. И еще создав свою собственную, то, что называют сейчас железом. Вот. То есть мы можем решить успешно две задачи. Создание отечественных, будем называть, как мы раньше называли, ЭВМ. Угу. Вот. И создание собственных СУБД. Я также думаю, что мы эти же успехи можем добиться при создании отечественных операционных систем. Вот. Значит, ответить, почему я так считаю? Да, конечно. Первое, я считаю, что мы обязаны это сделать, потому что мы должны что-то экспортировать. Мы не можем экспортировать только нефть. Второе, потому что будет революция в области, первое, в области СУБД будет однозначно. Потому что те системы управления базами данных, которые сейчас существуют, они вошли в противоречие с потребностями времени. Много сейчас говорят о медицинских информационных системах, об электронной истории болезни. Но даже в США, как заявил Буш совсем недавно, 8% американцев только пользуются электронной историей болезни. Проблема здесь заключается в том, что те методы, которые применяются сейчас при создании системы управления базами данных, вошли в противоречие с потребностями реальной жизни. Ну вот, здесь я, Михаил Иванович, просто хотел, может быть, как человек несведущий, чтобы меня, может быть, поправили. Такое впечатление, что монополизация вообще вот компьютерного дела в мире, вот, там же Oracle и Microsoft, а монополизация всегда ведет к загниванию. Вот монополизация развивается, она ведет к загниванию. Они нам предлагают не то, что нужно сейчас, а то, что они умеют делать. И вот вы мне, по-моему, писали как-то, что если сравнивать, то то, что делают Microsoft и Oracle, это примерно очень там, предельное развитие фотопленки, а уже надо, образно говоря, переходить на нечто принципиально новое. Здесь существует вот, непонятно, ну, две причины еще. Одна причина может быть скрыта в том, что вот эти устаревшими технологиями нарочно пичкают третий мир, в том числе и нас. Возможно, у них есть решения более современные. Вот. А второе, возможно, они эти более современные решения не смогли найти. Михаил Иванович, а если говорить для непосвященных, основные какие-то моменты, что сейчас нужно и что они не делают? Вот они же, в принципе, используют фон Нейманский алгоритм 40 там, да. Вы слышали понятие машины фон Неймана. На самом деле, реально можно создать другой компьютер, который проще, чем фон Неймана, и... Нужно немножко вернуться в прошлое. Значит, в начале 50-х, когда создавались первые компьютеры, они использовали для расчета траектории полета снарядов, потом ракет. То есть это были числовые машины. И все алгоритмы ориентировались на работу с числами. В настоящее время 90% информации, может 99%, которую мы обрабатываем, это не числа. Это символьная информация, это тексты. И здесь можно создать, вот я лично, у меня была эта разработка в 89 году, осуществлена в виде макета, другого типа компьютеры, которые работают с текстами, с символами, и которые, опять же, в отличие от машины фон Неймана, где есть программирование, которое не программируется, а задание им пишется совершенно на другом простом языке.
То есть это тот компьютер, который у нас, он нам более понятен и нас больше понимает? Вопрос даже в том, что вот тот компьютер, о котором я говорю, для него не требуются эти сверхсовременные технологии. Поэтому, когда я вот где-то утверждал, что Россия может выйти на первое место в мире в области архитектуры ВМ, я ориентируюсь на то, что мы можем сделать совершенно простой компьютер, который функционально будет перекрывать возможности над текстовой обработкой тех очень сложных компьютеров, которые сейчас делают на Западе, и можем производить на свои отсталые технологии. То есть это будет компьютер, который именно с символами, да, и с текстами работает гораздо быстрее, да, и эффективнее. Да, я только скажу, что когда я в 89-м году сделал макет, то получилось, что в мире не было источника данных, который мог его загрузить. И мне тогда поставили вину. Я тогда все ждал, когда появятся новые типы носителей. Пошел 93-й, 95-й год, я все надеялся, что там вот эти скорости возрастут. Но сейчас, на самом деле, они возросли настолько, скорости вот этих источников, этих данных, что уже я уже не представляю, пока. Вот, чтобы можно было так же легко, как тогда в 89-м году, эту задачу решить. Вот. То есть настолько возросли. А тогда была проблема в том, что я слишком забежал вперед. Понятно. То есть, если, опять же, сказать очень просто, это будет некая такая же, наверное, персоналка. Нет, это будет вот как флешка, вот такое устройство. Сейчас я для него применил название, подавая на конкурс, электронный диск. Просто я решил маленько, поскольку идет сопротивление, обмануть. Вот на этом устройстве будет память современная, скажем, 32 гига для начала, которая будет обрабатываться интеллектуально в темпе считывания, и уже в компьютер будет выдавать современное решение, уже готовое. То есть, если вы работаете с базой данных, то в компьютер уже вам будет выводиться, скажем, в формате в том же самом HTML и выводиться на Explorer'е. Но в данном случае будет идти эта обработка быстрее, чем на нейминовской? Дело в том, что да, она будет идти в 1000 раз быстрее. Сама фон нейминовская архитектура сейчас является тормозом в скорости обработки. Вот, я просто имел честь знать Александра Семеновича Нариняне, вот, и говорил с ними задолго до его безвременной кончины. Не знаю, работали ли вы с ним. Я с ним был лично знаком. Да, вот он тогда мне рассказывал про компьютер с неалгоритмического типа. Да. Непрограммируемого типа, надо сказать, потому что программа сама замедляет быстрое действие в сотни раз, а во-вторых, сама программа требует значительного труда тех, кто программирует. Я, извините меня, я немножко уйду в ту область, потому что есть понятие булевой алгебры, и самое главное, булевой алгебры основаны все компьютеры, они на ней работают. Конечная алгебра. Да нет, булевой, так назовем. И вот в рамках вот той модели булевой алгебры мы можем писать алгоритмы на более высоком языке, вот, которые компактны, хорошо понятны человеку, и это совершенно другой принцип, применю слово программирование, выдавание задания ВМ. Михаил Иванович, то есть можно даже сейчас, пусть даже детали будут импортными, можно собрать отечественные? Я ориентируюсь на то, что мы можем сейчас заказывать это в Китае, в Вьетнаме, где угодно сейчас, вот эти микросхемы для этой штуки, и у нас будет идти вся наша логика, вся наша начинка, вся наша архитектура. То есть, подождите, компьютер будет новый? Он будет вставляться в тот же порт, скажем, USB старого компьютера. Другое дело, что для тех серверов, которые стоят сейчас сотни миллионов долларов, вот эти штучки у нас будут стоить порядка 10 тысяч рублей. Вот. Но это еще не все. Мы можем их, это разработка у меня 85-го года, заставить работать параллельно десятками, тысячами и миллионами штук, просто параллельно, и будет система совершенно с другими качествами. Если можно, Михаил Иванович, вот сейчас все-таки этапы вашего проекта у вас в голове, да? То есть на самом деле... Он не только в голове. Я к 89-му году сделал макет. Этот макет был размером материнскую плату современного компьютера, был сделан на элементной базе 83-го года, и характеристиками обладал он, я так думаю, что примерно такими, какими сейчас обладает современный суперкомпьютер, по быстродействию. Но когда в 90-м году нас лишили возможности создавать свое в железе, я снова в 2006 году создал программный макет той самой штуки, программный. Делал макет, здесь у меня на флешке есть, и сделал СУБД.
То есть тогда еще не делал СУБД, сделал СУБД. И вот это СУБД по ряду характеристик вы не найдете в мире ни одного аналога. Не Microsoft, да, я скажу конкретно, можно подобные вещи взять у Microsoft. Михаил Иванович, в сущности, у вас работы делятся возможно. Вот если сейчас начинать работу, то это два этапа. И они стоят, в общем, не фантастическую сумму, чтобы записать. Сейчас первый этап. Давайте подробнее. Давайте подробнее. Значит, первый этап создания СУБД персональный. Вот, который может размещаться на флешке, это неважно, там на серверах или у кого-то на компьютере. Но главная задача, которую бы я сейчас на ней решал, это медицинские информационные системы. Значит, вот здесь у меня находится электронная история болезни. Аналогов нету, ни одной, ни у американцев, ни у нас по функциональности. Это макет, и самое главное, делался он у меня студентами. То есть, если бы делался не студентами, я имел бы еще качество, конечно, не то. Финансировалось это все на мои деньги. Вот. Второе, вот если мы сделаем... Вот если в первом этапе, это значит полтора года, нет, где-то год-полтора. И мы будем иметь не просто с новой СУБД, мы будем иметь новую медицинскую информационную систему с совершенно новыми данными. И стоимость такой работы? Сейчас я вам скажу. Значит, на эту работу мне понадобится, с учетом медицинской информационной системы, я думаю, так, 5 миллионов. Но главная особенность будет в том, что вот это медицинская информационная система будет на порядке дешевле, чем тех, которые сейчас пытаются у нас разрабатывать в стране. Сейчас город потратил 40 миллионов рублей на то, чтобы сделать электронную регистратуру для поликлиник. Вот на эти 40 миллионов рублей можно сделать вот эту разработку и город обеспечить полностью медицинскими информационными системами. То есть то решение, которое у меня, оно не требует тех сложных серверов, которые сейчас планируется вставить. То есть самый обычный компьютер рядового пользователя может использоваться в качестве сервера в поликлинике, и у врача может стоять самый дешевый компьютер. А второй этап? Значит, второй этап, который это создание уже СУБД, которое может, ну, я думаю, не просто конкурировать, которое должно по функциональным возможностям перейти, но она обойдет обязательно возможности Oracle и Microsoft, если они не изменят свою политику. Вот. И главное, с учетом той разработки, которую я называю электронным диском, вот эта вот комбинация вот этих двух решений, она позволит иметь совершенно простые дешевые сервера, и за счет их распараллеливания задачи, это будут системы совершенно другого типа, вот, по производительности, ну, по отсутствию затрат на обслуживание, которые сейчас с серверами там связаны. То есть это будет система совершенно другого типа. Конкурентные преимущества будут однозначно. Второй этап может занять примерно несколько лет? Основную проблему я вижу, то есть я думаю, что второй этап можно сделать там за 2-3 года, так вот грубо говоря. При стоимости? Вот. Ну, при стоимости порядка 20 миллионов. Вот. И главная проблема... Не долларов, рублей. Главная проблема только вижу в том, что это освоение рынка. То есть мы проблема в продвижении на рынок. Если вот эти работы поддержать, вот тем, что я сказал, отечественных медицинских, задача построения отечественной медицинской информационной системы, вот, и второе, это электронного нашего правительства, то мы тогда решим, вот эту задачу решим. Потому что для того, чтобы завоевать рынок, нужно показывать приложение. Приложением у нас будет медицинская информационная система, приложением у нас будут, пусть в отдельном городе, но электронное правительство. А, у меня еще есть задача, это интеллектуальная система управления автотранспортом для предотвращения пробок на дорогах. Вот эти разработки укладываются вот в эту концепцию. И главное здесь нужно сказать вот что. На пустом месте ничего не бывает. То есть вот эти вот решения, которые у меня есть, у меня три оригинальных теоретических разработки, аналогов которых нет в мире. Спасибо, Михаил Иванович. Я думаю, что как в общем наш зритель получил примерное представление, не открыв никакие ноу-хау, но примерное представление наш зритель получил, что потратив всего лишь несколько десятков миллионов рублей, мы можем действительно добиться фантастического успеха. Проблема будет только продвижение на рынок. Спасибо, Михаил Иванович.